гектаров земли, которые принадлежат Маракан Сифат Текстиль в Сурхандаринской и Самаркандской областях. После уборки урожая хлопчатоуборочными комбайнами и вручную собранный хлопок отправляют в хлопкоочистительный пункт, где происходит отделение волокон от семян, и все это прессуют в тюке. Главным партнером завода по поставке пряжи является Маракан Сифат Текстиль. Предприятие специализировано на переработке хлопка и производстве 20 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи в год. На месте задействовано 1500 человек, включая иностранных специалистов. Готовая продукция пользуется большим спросом в таких странах, как Китай, Бангладеш, Пакистан, Турция и другие европейские страны. После этого готовая пряжа попадает на фабрику Афросиаб Джинс Текстиль. Фабрика производит джинсовые ткани, состоящие из хлопка, полиэстера, лайкры. Изготовление джинсового материала начинается с соединения почти 400 нитей в длинные веревки. Чем больше использовано нитей, тем прочнее и плотнее будет готовая ткань. Каждую нить нужно протягивать через отдельную металлическую петлю, чтобы быстро двигающаяся пряжа не путалась. Когда все нити протянуты, их пропускают через трубку и плотно собирают в одну толстую веревку. Затем намотанная бобина попадает на красители. Традиционный цвет индиго. Чтобы веревки попали в красители, их поднимают вверх на блоках, потом пропускают через короба, где содержатся красители. Нужно до 7 окрашиваний, чтобы пряжа впитала достаточно краски, став темно-синей. После окрашивания синие веревки свертывают в бочонках, чтобы доставить к машине, которая распустит пряжу обратно на сотни отдельных нитей, из которых ткут джинсовую ткань. Для разделения нитей их пропускают через стальной гребень, затем все нити сматывают в одну шпульку. Когда шпулька заполнена, нити снова разматывают, на этот раз в емкость с горячим крахмалом и воском. Эта смесь делает нити прочнее. Нити сматывают в сушильные барабаны, чтобы быстро просушить пряжу, и в последний раз разделяют стальными конусами. После разделения пряжу наматывают на шпульку, которая отправляется на ткацкий станок. Ткацкий станок превращает отдельные нити пряжи в ткань.
Именно здесь создается особый вид текстуры джинсовой ткани. Мощность предприятия составляет 22 миллиона погона метров в год. С запуском молодого предприятия трудоустроились свыше 700 человек. 90% составила молодежь. Среди них есть и специалисты из-за рубежа. Готовую ткань снимают со станка и отправляют на следующий станок, чтобы усадить в длину и ширину. Для усадки края ткани закрепляют и материю проводят через печь, разогретую до 175 градусов. Нагрев ее, сажают белые нити, чтобы джинсы не садились при стирке. Фабрика оснащена ткацкими станками иностранного производства. Благодаря использованию современных технологий из Германии, Бельгии, Японии и США предприятие производит 65 тысяч денимов в день. Ширина производимого джинсового материала в пределах от 140 до 180 сантиметров, диапазон веса до 14 унций или 411 грамм. Такая ткань считается весьма прочной и жесткой. Готовая продукция перед упаковыванием проходит лабораторные испытания на прочность. Квалифицированные специалисты проверяют качество сотканного материала перед его выпуском. Продукция в основном поставляется на внутренний рынок по всему Узбекистану, а также экспортируется в зарубежные страны, в Россию, Турцию и Египет. Хлопковые ткани всегда очень качественны, и одежда из них считается самой безопасной для здоровья человека. Важным фактором в производстве является контроль всех операций от начала до конца. Для этого внедрена кластерная система, которая обеспечивает высокий уровень производственного процесса от посадки семян до производства готовой продукции. Таким образом, предприятие Afrisiab Jeans Textile полным ходом ведет производственную деятельность по выпуску джинсовой ткани.